Мы уже в прямом эфире. Всем привет. Это утро. Сегодня четверг. У кого-то утро, у кого-то с нами на связи Дима Литвиненко. Там ночь у них. Они только входят в четверг. Да? Поэтому рады быть с вами. И рады, что ты с нами также, Дима, на связи. Сегодня мы будем говорить, как уже раньше анонсировали, это написание аранжировок, создание, использование плейбеков и саундтреков. Да, возможно, для кого-то это новое, саундтрек, что это такое, как вообще с ним. Кто-то, возможно, в этом себя уже чувствует хорошо. А вот аранжировки, я думаю, что больше всем понятны. Поэтому и начнем мы с аранжировок. Перед этим я хотел бы представить Дмитрия Литвиненко. С ним познакомился, наверное, больше 15 лет назад. И сам он проживал в Киеве. Одно время служил в церкви Преображения. Знаю, что даже, Дима, ты и в Львовскую консерваторию поступал. И учился там какой-то промежуток времени. Очень классный композитор, аранжировщик. Нравится мне мышление, то, когда ты пишешь аранжировки, что они не узкие, да, вот только в электронном каком-то формате, а вот мышление такое оркестровое больше, широкое мышление. Больше 5 лет уже Дмитрий со своей семьей живет в Соединенных Штатах Америки. Также занимается служением музыкальным, насколько мне известно, да, руководишь и группой в церкви. И сегодня вот мы поговорим о следующем. Это написание аранжировки, создание, использование плейбеков и саундтреков. Пожалуйста, Дмитрий, поделись с нами от написания аранжировок, какие вот для молодых тех, тех, кто только начинает. Что для этого нужно и как поделись своим опытом, как ты в этом направлении начинал? Хороший вопрос. Ну, что для этого нужно? Наверное, в первую очередь, чтобы у вас было оборудование, хотя бы самое такое, знаете, может быть, начальное, чтобы у вас была какая-то миди-клавиатура, вот, чтобы у вас был компьютер, вот, были как можно, если это возможно, чтобы у вас были хорошие мониторы, я имею в виду динамики, вот, и, безусловно, чтобы у вас была хорошая библиотека звуков, потому что без нее, собственно говоря, вы не напишете, ну, разве что живыми инструментами, но это еще кажется, еще сложнее. Вот. Это, наверное, главное, что необходимо, чтобы была хорошая звуковая карта для этого. Вот. Я, собственно говоря, раньше, когда я жил в Украине, то я писал всегда Cubase и Nuendo. Вот. Когда я переехал в Штаты, то как-то так, тут настолько распространенный Pro Tools, что мне тоже пришлось перейти на него, потому что все, скажем так, все мастера, в смысле мастер делают только в Pro Tools, в основном, поэтому мне было бы удобнее работать с теми людьми, которые делают мастер в Pro Tools. Вот, поскольку я сам мастер не делаю, я делаю композиции, потом я даю человека, который делает мастер на эту композицию. Мастеринг, да, мы называем это так. Вот. И, собственно говоря, сейчас я работаю на Pro Tools, но я очень скучаю за Cubase, потому что это настолько удобный для меня редактор был и остается. Вот, а если все это у вас есть, то, собственно говоря, вы уже много чего прошли и, скажем так, на полпути. Я думаю, самое последнее, хотя отчасти это может быть самое главное на самом деле, хорошенько разобраться в гармонии, знаете, чтобы вы как бы, ну, имели представление. Я очень много слушаю, на самом деле, разной музыки, которую пишут наши украинцы, и я, честно говоря, я впечатлен, насколько хорошо они это делают, многие ребята. Я очень восхищаюсь своими друзьями, там, которые живут в Ирпени, в Киеве, которые делают аранжировки очень классно, очень круто. Вот, просто молодцы. Поэтому, я не знаю, может быть, вы входите в число этих людей, которым я восхищаюсь, поэтому у вас все как бы все готово. Вот, если вы уже только начинаете, как бы увидите, что еще впереди много, что предстоит пройти, конечно, очень важно, чтобы вы слушали. И я бы рекомендовал вам больше слушать именно не русский, не украинский там шансон, да, или даже украинскую музыку,
Как бы, потому что, собственно говоря, мы все, украинская музыка тоже, в частности, берет очень много именно с европейской музыки, с американского исполнения. Это не потому, что они лучше, просто потому, что там это намного больше платят за это. И люди настолько много тратят на это, убивают столько времени и сил, и становятся такими в этом профессионалы, что они заслуживают того, чтобы их послушать, знаете, чтобы к ним прислушаться, как они это делают. Поэтому это правда, что действительно очень многие аранжировки, очень многие аранжировщики проживают почему-то именно в Америке или в Европе, да. Вот. Ну и украинцы тоже молодцы во многом. Вот, и я бы рекомендовал, конечно, вам побольше слушать музыки, смотреть, как они это делают. Вот, и как мне кажется, это то, к чему я стремлюсь всегда, что у вас должен быть свой стиль. Вы не должны быть похожи на, знаете, на то, как это делают другие. Вот. Я уже говорил об этом Виталику, что, скажем, тот бизнес, которым я хочу заниматься как... Точнее, не бизнес, а то, чем я хочу заниматься как композитор, писать музыку для фильмов. И он настолько конкурентный, что я понимаю, что мне там, если я выстроюсь в очередь, то я буду где-то, может быть, с конца последний, это где-то, может быть, 500 какой-то, 510-й, 530-й. То есть, когда появляется какой-то проект, то выигрывает тот, кто находится в самую первую очередь. И вот можете представить, сколько мне нужно прождать времени, чтобы, наконец, какой-то хотя бы из проектов оказался в моих руках. Вот. Но я к чему это говорю? К тому, что из разговоров с разными агентами, которые работают вот именно в этой индустрии, говорят одно и то же, что на самом деле, даже если ты неизвестный, даже если никто тебя никогда не слышал, но ты можешь перепрыгнуть очень много, если ты покажешь, что твоя музыка не такая, как у всех, если ты покажешь, что ты действительно можешь придумывать, и у тебя есть свой стиль, который не похож на других. Я Виталику говорил, что очень много Ганса Циммера, понимаете, очень много Ховарда, очень много тех же там других каких-то композиторов, которые просто делают идентично то, что сделали до них. Вот. Оно интересно, да, это здорово, это говорит о том, что вы владеете неплохо этим мастерством, но вы просто дублируете то, что сделано до вас другими. Вот. А сделать что-то свое, это достаточно сложно. Я скажу честно, что я настолько углубился, и сейчас я много слушаю, например, Шостаковича, я много слушаю классических композиторов, я обалдею от Дебюсси, я также слушаю очень много Стравинского. И у них я пытаюсь вобрать, создать какой-то свой стиль. Вот. Я бы тоже вам рекомендовал, даже если вы пишете попсовую музыку, послушайте, какая замечательная музыка у того же Стравинского, какие классные ритмы он использует. Знаете, может быть, это вам тоже поможет создать какую-то свой стиль. Вот. Ну, вот как-то так, Виталик. Я не знаю, если я ответил на вопрос. Да, ну, вот, например, человек, возьмем меня. Да, я аранжировку никогда не писал. Что мне нужно? Вот ты уже сказал, хорошую аппаратуру, да, понимать гармонию. Как выстраивать написание этой аранжировки? Какая должна быть схема? Вот тот... Можешь это немножко тоже объяснить? Я понял, да. Как мне кажется, вот я просто расскажу тебе, скажем, что бы делал я, если бы я писал аранжировку. Mm-hmm. Вот первое, что хочу сказать, что ушло то время, когда, знаете, когда вступления там были чуть ли не полпесни, знаете, или проигрыши были чуть ли не полпесни. Это время ушло, люди не хотят это слушать. Люди хотят слушать буквально максимум 4 такта, и начинается вокал. Вот, поэтому обратите на это внимание, избегайте длинных проигрышей, длинных каких-то вступлений. Сейчас вообще, например, в христианском поклонении, если вы заметили, там вообще нет проигрышей. Проигрыш заменяет обычно бридж. Вот, и после бриджа снова звучит припев. Вот, а второе, на что бы я тоже обратил ваше внимание, если вы пишете для хорошего исполнителя, для хорошего вокалиста, не пытайтесь затмить его голос. Пусть ваша аранжировка будет простой, пусть она будет там состоять, может быть, из малого количества инструмента, но это будет настолько, знаете, я бы назвал, как есть такое слово, я забываю на русском, когда, знаете, вот очень просто, но вот с таким вот ювелирным вот подходом.
Понимаете, да? То есть, когда ты пишешь, опять же, фортепиано, ну, ты так записываешь это ювелирно, так красиво, что, собственно говоря, больше ничего не нужно. Моя ошибка была, когда я начинал, что я там нагромоздил огромное количество инструментов, там симфонический оркестр, и этого мало, я еще сверху накидываю там куча драмсов, перкуссий и прочее. Я понимал, что оно мешает. Вот, потому что, собственно говоря, центр внимания — это вокал, это не инструменты. Конечно, если вам приходится работать с каким-то вокалистом, где вокал, ну, скажем так, немножко не добирает, и вы видите, что да, надо как-то чем-то перекрыть, то, ну, уж тогда берите на себя ответственность и попытайтесь как-то помочь. Вот. Но по большому счету лучше, конечно, стараться по минимуму сделать инструментом, но чтобы это была действительно такая очень ювелирная работа. Вот, опять же, чтобы, когда вы пишете аранжировку, чтобы было развитие, да, была кульминация, вы точно знали, что вот это место, как правило, это обычно бывает в конце. Последний припев, вот, может быть, два припева, это такая кульминационная зона, да, которую вы идете всю, в течение всей песни. Вот. Попытайтесь развить, чтобы было какое-то сквозное развитие. Там куплет, да, потом припев. Следующий куплет мог продолжить развитие уже первого куплета. И потом дойти до припева. Вот. И таким образом. Тоже я, может быть, не совсем знаю, как там сейчас в Украине в этом отношении. Вот, слушая то, что я слышал, вроде неплохо, но, как мне кажется, иногда очень, очень простая мелодия, знаете, скажем, мелодия песни. Вот, попытайтесь сделать так, чтобы вы компенсировали это своей гармонией, чтобы, может быть, вы сделали, не используйте только тонику субдоминанту-доминанту, может быть, используйте тонику с терцией, знаете, секстаккорда или субдоминанту секстаккорд, то есть как-то разнообразить, чтобы не было вот этого, знаете, ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор, это всю песню. Вот, это тяжело действительно слушать. Вот, как-то так, Виталик, я не знаю, если, если так. Не-не, да, как раз дает понимание четкости, да, гармонии, теперь структура, как она должна быть. Ты упомянул, да, что раньше были проигрыши, а сейчас уже взял на себя бридж, да, такой вот формат. Что он несет вообще в себе? Вот можешь объяснить. Бридж? Да. Ага, это очень, кстати, интересная идея. Я не знаю, началось ли это именно с христианской музыки или с поп-музыки. То есть, по сути, как бы песня развивается каким образом? Мы, как мы это представляем, да? Идет куплет, потом припев, второй куплет, припев. И, как правило, третьего куплета уже нет. Это может быть повторение первого куплета, или мы обычно делали проигрыш и снова повторяем припев. Вот. Сейчас очень многие американские песни, я думаю, что европейские тоже, вводят определенно, я бы назвал это вообще совсем как бы новый материал, вводят в песню, который нельзя связать ни с припевом, ни с куплетом. Он вообще не похож, он не строится на этом, он вносит что-то новое. И вот, вот это вносят новый этот бридж, да, который как бы отчасти в этом тоже есть свой смысл, потому что оно, знаете, делает такую фреш, такую свежесть этому исполнению. И после вот этого бриджа снова идет припев. Потом опять звучит этот бридж, потом снова припев, и ты уже можешь как-то развивать порой, потом даже делает так, что соединяет бридж с припевом, это вообще искусство, вот, и оно действительно звучит очень круто, вот, а вот, вот если ты послушаешь американские или, может быть, европейские христианские worship, то там действительно нет проигрышей, то есть заполняет именно таким образом. Не знаю, хорошо это или плохо, но как по мне, знаешь, может быть, отчасти в этом есть свой смысл, Виталик. Ну да, это какой-то новый вид. У нас применяется бридж, но, как правило, это либо переведенные песни. Я еще не слышал, что вот украинская, да. Возможно, есть. Это, возможно, есть, и она уже где-то на подходе используется в каких-то церквях, но чтобы наш украинский композитор мог сделать, написать, да, и использовать этот бридж, и дать это развитие. Действительно, бридж — это интересно, и поэтому было мне интересно услышать, что в себе он несет. Интересно, ты это сказал, фреш, да, вот свежесть вот этого такого разбавления, да, и не нужно, потому что проигрыш, как обычно, проигрыш идет, и люди просто, ну, либо кто поющий, он просто стоит. А тут, получается, ты участвуешь, да, дальше, да, дальше. Да, ты просто стоишь, чего-то ждешь. Да, интересно то, что ты говоришь, бридж с припевом. Да, этого я еще так и не слышал.
Ты в этом направлении специализируешься, тоже вы как используете, вот если взять с группы представления, как у вас это идет, как вы проходите эти этапы? Ты знаешь, на самом деле я должен сказать, что я уже не работаю worship minister в церкви, у меня уже работа закончилась, слава Богу, я нашел человека, который сейчас меня уже заменяет, работает вместо меня. Вот, и буквально с начала этого года я стал работать в другом месте, я работаю сейчас. А у меня как бы, скажем так, я работаю много дома над своими проектами, параллельно у меня есть своя школа музыкальная тут в Силикон-Валли, и плюс еще работаю музыкальным учителем в обычной школе. Вот. И вот говоря о том, когда я работал в церкви, да, я поработал где-то 3 года, то я тебе скажу, я пришел, у них, собственно говоря, вообще ничего не было. Ну, то есть как они только начинали, знаешь, это была Сан-Франциско, вот. И для меня это был очень хороший опыт, я очень благодарен Богу за него, потому что Бог очень многому научил меня работать с американцами, я вообще не знал языка, знаешь, меня взяли на работу, было тоже чудо для меня. Вот, и очень многому научили они меня в плане того, как выглядит американское поклонение, знаешь, они это воспринимают, вот, потому что это немножко отличается от того, как это мы привыкли, знаешь, я настолько привык к тому, как это выглядит здесь, что я уже даже не знаю, как может быть по-другому, знаешь, вот, но, скажем, если говорить вот о самых таких характерных вещах, которые мне нравятся в американском поклонении, вот, то, наверное, я бы сказал первое, мне очень нравится, когда песня переходит в песню, знаешь, когда нету таких остановок. То есть я уже настолько привык к этому, что у меня, например, идет одна песня, если я нахожу, что у меня похожий темп с другой песней, или, предположим, тональность, я даже меняю специально, подстраиваю тональности, то у меня одна песня просто перетекает в другую, знаешь. И вот так вот получается непрерывная такая связь, состоящая из 4 песен порой, знаешь. Вот. Бывает, знаешь, такой спонтанный worship, я не знаю, как это правильно, spontaneous, спонтанный worship, поклонение. Спонтанное поклонение, есть, у нас есть такой способ. Вот, видишь, у вас тоже есть, хорошо. То есть ты как бы знаешь, о чем я говорю, да? Mm-hmm. Вот, и это тоже очень интересно, знаешь, когда, например, есть руководитель, то есть worship leader, которая, ну, у меня была эта сестра верующая, которая вела как бы нас всех, знаешь, и вот тут очень важно. Мне было сложно первые 2 года, потому что мои музыканты были такие начинающие, знаешь, они много что не умели, и я очень много проводил с ними время, знаешь, я делал очень много индивидуальных занятий с каждым из них, и каждый учил, как играть аккорды, не просто, знаешь, там вот играй до мажор, а вот смотри, вот этим пальцем нажимай сюда, вот этим сюда, знаешь, этим сюда, и они выросли за эти 2 года, ты знаешь, выросли. И это я особенно хочу подбодрить тех, кто, может быть, у которых есть свои команды, и вы вкладываете в них много сил, времени. Может быть, вы чувствуете, слушай, да сколько можно, я уже устал или еще что-то, ребят, продолжайте, потому что Бог через это может делать удивительные вещи. Вот я, опять же, смотря на своих музыкантов, они так выросли за 2 года, вы знаете, они были постоянны, да, они регулярно были на репетициях. У нас было 2 репетиции в неделю, в четверг и в воскресенье, знаете, они всегда приходили, были очень старательные. Там у меня были разные национальности, были китайцы, были американцы, были мексиканцы, знаете. Вот. Но все любили Бога и хотели служить Ему. И в итоге, вы знаете, когда есть видение команды, да, есть какое-то желание, что ты хочешь как-то расти в этом духовно, в первую очередь, то они очень выросли за эти 2 года. И, собственно говоря, когда я уже покидал, я знал, что ребята уже знают, что делать, как делать, знаете. И барабанщик был у меня тоже вообще, то есть никаких знаний, ни опыта, и мы учились, отдельно встречались с ним, смотри, вот нужно бить вот сюда, а не сюда, знаешь, вот эти все детали, никто их не видит и не знает. Люди приходят в воскресенье, говорят, ну, вроде все неплохо прозвучало, а как много деталей в этом всем, знаешь, работа, знает только руководитель. Да, Виталик, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, и, собственно говоря, и вот этот, опять же, возвращаясь к спонтанному поклонению, мы пришли не скоро. Я постоянно работал над ними, чтобы мы, во-первых, играли вместе, знаете, чтобы эти ритмы, они были четкие, такие рельефные, знаете, и все прочее. Вот. Поэтому это был сложный процесс.
Ну вот если говорить... поклонение, оно тоже найдет как бы подготовлено, либо не подготовлено. Как вы идете к нему? Вот, ты знаешь, да, очень хороший вопрос. Он как бы отчасти подготовлен. То есть мы знаем такие, знаешь, части. То есть структура, в моем представлении я знаю часть, как играть припев, как играть куплет, как играть, может быть, там, бридж. И вот когда, например, я вижу, что ведущий начинает, в смысле лидер, да, начинает петь припев, я уже знаю, как его играть, знаешь, мне не нужны ноты или еще что-либо. Вот. Еще, наверное, что мне очень нравится в американском поклонении, это мое личное мнение. Я не сравниваю, я знаю, что украинский тоже очень хорошо получается, и мне я с удовольствием смотрю, как наши украинские церкви проводят поклонение. А вот, наверное, вот это такая свобода, знаете, как бы нет какой-то принужденности и огромнейшее участие со стороны людей в зале. То есть люди не стесняются поднимать руки, не стесняются петь, не стесняются становиться на колени. И это помогает тебе раскрепощаться на сцене. Ты тоже чувствуешь себя так же свободно. Ты не пытаешься как-то, знаете, нет этой скованности, нет этого мрачного лица. Ты начинаешь улыбаться, потому что тебе улыбаются люди, сидящие внизу. Хотя должно быть наоборот, на самом деле. Ты должен сначала улыбаться на сцене, и люди будут улыбаться тебе, правда. Вот. И вот эти все, они тоже, знаете, как-то так ломают эти стены, и ты чувствуешь какое-то единство. Нет ощущения, что ты на сцене, а не внизу. Такое ощущение, что вы все вместе поклоняетесь Богу. И то, что ты на сцене, не значит, что ты выше или умнее, или лучше, или красивее. Ты такой же, как и они. Вот это мне тоже очень как-то так показалось очень близко и таким, знаете, очень... ну вот мне это понравилось. Почему-то я раньше это не чувствовал. Вместе. Когда классно, да. Когда зал, да. И вместе можно, да. Участвовать в этом. Да. Мы идем дальше. Дима, поделись, пожалуйста, по созданию и использованию плейбеков. А вообще для чего они? Практикуешь ли ты их в своих аранжировках? И какие ресурсы ты используешь при этом? Очень хороший вопрос. Удивительно, что я, на самом деле, я проработал 3 года в этой церкви, и потом мне очень хотелось узнать, а как вообще... Дело в том, что там, где я работал, это была небольшая церковь, скажем, человек, может быть, 200-300, вот, и мне хотелось узнать, как вообще, как выглядят worship в больших церквях, где, например, вот мне удалось где-то полгода я играл пианистом в одной большой церкви, где я была 3 служения, и, ну, короче, больше 1000 человек у них приходило вот за воскресное служение. 3 служения, одно за другим, и мы 3 раза проигрываем одну и ту же программу, одни и те же песни, и, собственно говоря, все песни мы играем с плейбеком. Нет, я не помню, чтобы какие-то песни, может быть, одну единственную, это в конце, когда уже служение заканчивается, и мы призывали к покаянию, я помню, играл вот эту известную песню «Мне нужен Иисус», как-то так она на русском языке звучит. Я просто играл на рояле. Вот. А так практически все песни с плейбеками, и это очень хорошая вещь. Если у вас есть возможность использовать плейбеки, покупать их, я скажу честно, вот я открыл этот сайт, мне захотелось недавно посмотреть, может быть, вы знаете, называется Multitracks Home. И вот там можно, собственно говоря, купить, давайте я, может быть, покажу. Но я не уверен, что это действительно цена, потому что это очень дорого, наверное, для украинца будет. То есть цена $39 только за один трек. За один вот. Трек. Да, вот так он называется. Multitracks Come. Вот, и... Вот, и, собственно говоря... У себя в церкви, там, где я работал, я не использовал вообще плейбеки, да? Вот. Если я делал, то я писал самостоятельно. Вот. Но если у вас есть возможность покупать или, может быть, даже самим делать, это здорово. Тем более, если у вас, например, нет всего состава солиста или в какое-то время нет кого-то из них, то можете использовать. Вы знаете, наверное, все... В Украине, мне кажется, каждый музыкант знает программу Ableton, да? Я думаю, Виталик, ты тоже очень хорошо знаком. Да.
Вот, это просто, это, ну, очень хороший такой способ, не знаю. А в моем случае, опять же, возвращаясь к тому, как это было у меня, я, собственно говоря, я не использовал Ableton, я использовал Nuendo, вот, или Cubase, и там, может быть, несколько аранжировок я делал. И опять же, поскольку у меня как бы более-менее был состав один и тот же каждое воскресенье, поэтому я прописывал буквально, может быть, percussion и там несколько еще инструментов. И все, собственно говоря, это все, что я делал. Если в вашем случае, опять же, вот такие постоянные изменения с музыкантами, то, конечно, самый лучший вариант прописать все инструменты и просто в нужный момент убрать тот инструмент, который... Тот или иной инструмент, который необходим. Да. И вот я знаю, в Церкви Преображения, по-моему, там тоже используют эти плейбеки. Это очень хорошая вещь. Да, да, поэтому я и рекомендую, с одной стороны, и я понимаю, что это требует больших усилий, наверное, да, вот, чтобы... Ну, и на выходе это и получается интересная музыка, да, такая вот, да, да. Вот объемная, заполненная музыка. Да, да. А в своей практике я буквально недавно ты так прочувствовал с хором, когда оркестр звучит, хор, и еще добавляются, помимо этих инструментов, еще добавляются плейбеки оркестровые, и насколько это так вот очень могущественно. А как вот в вашем случае, то есть плейбек, имеется в виду, что вы слышали метрозвучание метронома все музыканты, да, или как это было? Ну, я слушал это все. Я понял, и ты дирижировал. Да, да, музыканты буквально, те, кто слушали, может быть, там, с каждой группы по одному человеку, у кого были эти наушники, кто слушал это. А так все не слышали, и, в принципе, я же говорю, не знаю, хористы поняли или не поняли, что звучало еще дополнительные плейбеки. Да. Это интересно. Да. А вопрос вот по плейбекам, возможно ли использование плейбека спонтанное поклонение? Это очень хороший вопрос. Ты знаешь, как по мне... Это возможно, но если между этими плейбеками будут какие-то связующие, такие, знаешь, я бы сказал, связующие, может быть, это может быть только фортепиано. Да, вот, это может быть только фортепиано. А, скажем, как это было, предположим, у меня уже в церкви, где я работал, потом, где было три служения, мы тоже делали spontaneous worship. И хорошо, что у нас был человек, это был барабанщик, который... постоянно, как бы, знаешь, коммуницировал. У него был микрофон, который слышали только мы, музыканты. Вот, и он говорил: ребята, сейчас проходим еще раз по этому кругу, имеется в виду там три аккорда, и затем мы снова начинаем, возвращаемся к плейбеку, я снова проигрываю его сначала, вот, и мы как бы его слушали, мы понимали, что он говорит, что нам нужно делать, и, собственно говоря, это вполне возможно. Так, ты знаешь, мне кажется, вот, на мое мнение, самый лучший... скажем так, не самый лучший, а человек, который действительно, если это есть в команде, если у вас есть барабанщик, именно барабанщик, мне кажется, способен делать такие вещи, потому что он как бы ведет ритм, ведет все эти... ты понимаешь, да, что я имею в виду? Да, да. Вот, да. То если у вас есть такой человек, то... просто эту ситуацию. Вот-вот-вот, да. То, собственно говоря... Да. Да, интересно, интересно. Я что-то думал, что с плейбеками невозможно, это оказывается возможно. Ну, да. Так я думал. Знаю, что ты специализируешься еще по саундтрекам очень сильно. И мелодии ты какие начинал писать еще будучи в Украине. Помню, как-то ты скидывал даже не... и колыбельные у тебя были, да, и просто вот музыка, вот ты как-то вот начинал. Что тебя, ну, первый вопрос, что тебя подтолкнуло к этому? Да, ты просто хотел себя попробовать, либо ты увидел в этом вот такую перспективу. И на каком этапе сейчас это у тебя? Спасибо за вопрос. Ты знаешь, действительно, да, я когда жил в Украине, мне очень, во-первых, мне очень помогла консерватория. Я вообще узнал оркестр, как он работает изнутри, потому что мне приходилось им дирижировать, управлять и смотреть, как музыканты играют.
И, короче, как работает вся эта кухня. Вот. И уже потом, когда я переехал в Киев, я просто подумал, что это так круто, когда ты пишешь какие-то композиции и пишешь симфоническим оркестром. И затем я начал пробовать, не помню, кто меня или попросил, меня попросил один товарищ, я уже не помню даже, как его зовут, он говорит: слушай, у нас христианский фильм, мы хотим написать музыку, но нам некому, кто мог бы это сделать. Я говорю: ну давай, я попробую. Они мне сказали: мы тебе сдадим вознаграждение, по-моему, где-то в районе 200 гривен. Вот. Ну, тогда это были вроде и неплохие деньги. Вот. И я говорю: слушай, говорю, мне деньги не нужны, я хочу просто попробовать. И как бы я понимаю, что моя работа была отвратительная. Вот. Но то, что я чувствовал, когда я это делал, знаешь, Виталик, что я после того, я понял, что я действительно чувствую себя рыбой в воде, когда я вижу визуализацию того, что я хочу написать, знаешь? Визуализацию даже. Вот я не знаю, может быть, это не совсем правильно, но я имею в виду, что до того я всегда писал аранжировки, да, и я понял, что все это время я всегда представлял себе, знаешь, вот я пишу песню, да, я представляю то, какую-то картину, представляю себе что-то, mm-hmm. знаешь, mm-hmm. и я под это подстраиваю то, что я пишу. Но когда мне положили на стол, сказали: вот то, что что ты должен видеть перед глазами, и я понял, что это то, что все это время я искал, знаешь. Я понял, что мне этого не хватало. И когда я увидел, мне стало настолько легко работать, знаешь, я тут же понял: вот тут, наверное, нужно вот так, вот тут вот так вот. И мне это так понравилось, знаешь, что я сказал: Дима, если, конечно, Бог позволит, я очень хотел бы этим заниматься профессионально, знаешь. Вот, когда мы уехали в Сан-Франциско, то есть в Америку, да, вот, я на время вообще приостановил этим заниматься, потому что на тот момент мне нужно было заботиться о семье, о моих девочках, о моей жене, вот. И спустя время, когда я уже проработал 3 года в церкви, сказал: все, я больше, скажем так, я все, что я должен был, я сделал. И мне так хочется вернуться и заниматься тем, чем я хочу заниматься, знаешь. Я действительно верил и верю, что Бог ведет меня. Не знаю, когда я к этому приду, и даже если приду, я тоже не знаю. Но то, как Бог сейчас прокладывает дорогу в моей жизни, вот, то я вижу, что Бог это делает именно таким образом. Вот, поэтому те работы, которые я сейчас делаю, очень много работ, Виталик, я делаю бесплатно, знаешь, просто для того, чтобы иметь хорошее портфолио своих работ. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и мне иногда просто дают, говорят: слушай, ну вот мы сделали короткий фильм там на 30 минут, если хочешь, можешь написать, если нет, то твое дело, но типа мы даем тебе кредит, типа, я не знаю, как это сказать на русском, типа, ты можешь использовать этот фильм в своих целях, и говорит, что ты написал музыку для этого фильма, знаешь, mm-hmm. но бесплатно, mm-hmm. вот, и, собственно говоря, я сейчас заканчиваю этот фильм, пытаюсь как-то двигать себя дальше. Скажу, что это очень тяжелый труд. Я буквально сегодня встречался с одним моим товарищем, и он говорит: Дима, ну, говорит, слушай, это очень-очень тяжело. Тут настолько высокая конкуренция. И скажу, почему. Может быть, кто-то из вас тоже мечтает об этом. Если вы мечтаете, продолжайте мечтать. Может быть, Бог не напрасно вложил у вас эти мечтания. А вот хочу только сказать, что почему это тяжело здесь. Потому что большая часть тех людей, которых я знаю, живущие в Лос-Анджелесе, да, или в той эрии, многие из них на самом деле приезжие. Не так сложно получить визу или грин-карту, если ты там, знаете, для талантливых людей. Если ты каким-то образом реализовал себя в своей стране, написал музыку к 2-3 фильмам, то ты можешь получить определенную грин-карту, которая позволит тебе жить уже здесь и писать музыку для американских фильмов. И вот за это время, за эти последние годы, таких людей насобиралось так много, которые приезжают с разных стран, с Европы, с Китая, с Японии, я уже не говорю за американцев, вот, и их так много, что на фоне их количества фильмов может быть в раза 3-4 меньше, вот, и потому ты как бы смотришь на это все, ты понимаешь, что всем не достанется, все написать фильмы не смогут. Вот. И побеждает только тот в этом случае, кто может быть сильнее. А сильнее в нашем музыкальном жаргоне, да, это тот, кто умеет делать так, что эта музыка будет отличаться от музыки других. Понимаешь, Таня, да? Mm-hmm. Вот.
Вот, собственно говоря, то, что я сейчас делаю. Я сейчас, у меня есть одна работа, которую, может быть, я потом покажу вам. И я пытаюсь очень легко написать просто, знаете, очень легко написать, просто там написать аккорд из ля минора, да, и все, и там еще какой-то аккордик. А сделать так, чтобы это сразу зацепило кого-то. А в моем случае, вот, например, почему для меня это важно? Потому что я сейчас очень много работаю над своим портфолио, которое я впоследствии буду показывать агентам. Я раньше этого не понимал. Я думал, зачем вообще агенты нужны? Вот есть гейм-компании, которые находятся тут возле меня, буквально через пару кварталов я могу попасть в разные гейм-компании. Вот. Я так и думал раньше. Вот. А потом, когда я встречался с некоторыми людьми, мне сказали, дружище, ты вообще не туда попал. Гейм-компания не занимается своим. Но музыку для гейм-компаний пишут Лос-Анджелес. Там сидят агенции, там сидят агенты, которые работают на них. И они даже и не знают о том, что это тут есть. Они и не хотят знать. Они звонят туда агентам и говорят, дружище, у нас есть игра готова, и нам нужна музыка для этой игры. Дайте нам, пожалуйста, композитора. И вот эти агенты уже из того списка, который у них есть, они выбирают, так, кого выберем? Кто у нас писал похожую музыку? А, вот этот вот. Ну, давай его и предложим. Вот таким образом. Я не понимал. Я думал, я должен прийти в гейм-компанию, постучаться в дверь там и сказать, ребята, я вот композитор. Пожалуйста, позвольте мне написать. Когда я начал встречаться, они говорят, а мы даже не знаем, как вообще мы находим этих композиторов, где они берутся. И я потом, уже встречаясь с определенными людьми, я понял, что там я нахожусь. Вот, поэтому я думаю, что однажды, даст Бог, мы переедем. Да. Видишь, как интересно. Значит, самостоятельно сложно, самостоятельно вообще выйти, да, без агенции и Да. без всего этого. Ну, может быть, действительно, этот путь, который ты сейчас прокладываешь, это будет хорошим таким опытом и для всех остальных, чтобы ты мог делиться. Потому что, ну, я не знаю, таких из моего круга общения, кто бы мог заниматься вот именно так профессионально в этом направлении и чтобы его музыка использовалась на профессиональном уровне. Поэтому пусть тебя Бог благословит в этом Спасибо большое, Виталий. Спасибо. начинании, к которому ты идешь, но это уже где-то середина, наверное. Надеюсь, пути твоего. Это не начинание, а вот середина, потому что уже есть какой-то опыт, да, в том, что ты делаешь. Хорошо, Дима. У меня еще последний такой. Ты хотя бы покажи то, что ты над чем сейчас работаешь. Окей. А может быть, это, да, музыку, как она вообще идет. Потом Окей. еще один вопрос в конце. Вот, собственно говоря, я работаю, я надеюсь, это будет видно. Как я говорил, я работаю в Pro Tools, вот, загружаю видео, и параллельно к этому видео я пытаюсь писать музыку. Вот, эта музыка еще не закончена, вот, тут еще много предстоит работы, я сейчас хочу убедиться, что... сейчас, одну секунду... Ну, вот эта сцена. Вот. Ну, вот такого рода. Оно еще не закончено, и тут как бы на самом деле должны в итоге звучать, сейчас одну секунду, звучать живые инструменты. Ну, может быть, не все, но я думаю, что камерный ансамбль должен звучать живой. Вот. Семейный, Ряд такого. семейная такая тематика, да. Да, тут отношения между отцом и его детьми, которые, скажем так, ну, которые прошли через большие проблемы с ним, потому что он не хотел с ними, как отец, он не делал то, что он должен был делать. И в итоге они его как бы покидают, и режиссер сказал мне, вот для меня важно, говорит, чтобы ты вот был этот переход, когда вот
как бы они выходят, тут я покажу еще раз, может быть, это будет понятнее немножко, когда они выходят, покидают, и как бы такая картина меняется, что они снова превращаются в этих детей, вот, и как бы идут в какое-то такое, знаешь, будущее, с какой-то с чувством прощения, знаешь, типа такого, вот. Это небольшой фильм, и, опять же, я делал это просто в своих целях, чтобы у меня было портфолио, которое я потом впоследствии смогу показать. Вот, да. Ты себя можешь использовать как в таких вот фильмах, да, краткосюжетных, короткометражных, да. Также можешь использовать как мультипликационное направление, да, саундтреки прописывать. Да, скажем так, мне тоже, я получаю массу удовольствия, когда пишу музыку для трейлеров, да? Для гейм-трейлеров. Для игр, да? Да. Я не считаю себя, я вообще никогда не играл в компьютерные игры, вот. Но я обожаю писать музыку для этого. Мне действительно нравится создавать атмосферу, знаешь. Вот, да. Это, собственно, друзья, кто нас смотрит, вот хороший пример. И можете заказывать у него эту музыку. На правах рекламы сейчас это скажу, да, и для игр, и для мультфильмов, кстати, христианских мультфильмов, и для фильмов вообще. Да, поэтому, пожалуйста, есть человек, который, наш брат, который мог бы вам в этом помочь. Хорошо, и в конце у нас время бежит, и в конце какие пожелания? Вот хотелось бы, чтобы ты сказал пару слов пожелания музыкантам, именно тем, кто пишет аранжировки. Кто думает о том, может быть, да, что у нас в Украине тоже есть такие, попробуют себя в этом. Пожелания с твоей стороны. Я, ты знаешь, мне, слава богу, удалось, опять же, я это повторяюсь уже, мне удалось возможность послушать разные команды, worship команды, которые играют в Украине. И вот, наверное, главное пожелание, которое я хотел бы оставить, особенно лидерам, которые возглавляют, будем говорить, эти команды. Вы знаете, что мне нравится, опять же, я возвращаюсь к тому, что я уже говорил, что мне нравится в американском поклонении, это то, что фокус делается на слова, на вокал, не на музыку, вот, не на, знаете, не на там, опять же, эти проигрыши, о которых мы говорили раньше. Я очень хотел бы пожелать, особенно лидерам, чтобы, вот, если это возможно с вашей стороны, чтобы вы также просто посмотрели на это немножко иначе. Когда вы уходите на сцену, на сцене вы не потому, что скажем так, не потому, что это концерт, не потому, что это какая-то программа, а потому, что вам просто Бог дал больше ответственности вести людей в поклонение. Вот. И наша задача, и ваша, и моя, заключается в том, чтобы привести этих людей в поклонение. Вот. А это возможно только таким образом, если мы не будем отвлекать от главного. То есть если мы сфокусируемся на поклонении. Вот. И иногда, знаете, вот я удивляюсь, как бывает иногда в некоторых американских песнях, сидит пианист, который может сыграть Рахманинова третий концерт. Но он сидит и делает вступление обычным ми минор. И просто вот так вот играет этот ми минор 4 раза, 4 четверти, и потом начинается песня. И я думаю, что тебе мешало сделать обалденное вступление? А мешало одно, знаете, он просто не хотел отвлекать от главного. Что люди пришли поклоняться Богу, и не нужно, чтобы ты показывал, как ты хорошо играешь. Не нужно, чтобы ты помог им поклоняться. И вот мое пожелание... Я знаю, многие команды уже очень хорошо это делают. Вот. Многие команды на пути к этому. Вот. Но это то, что Бог, скажем так, вложил в меня, показал мне, и то, над чем я много боролся, пытался себя переделать в это, потому что иногда так хочется, ну, блесну немножко, раз-раз, ставлю какие-то аккорды. Не себе, а даже своей команде, чтобы они сыграли там как-то. Вот, уберите это все шелуха, оно не нужно. Но когда вы сделаете фокус действительно на поклонение, это будет ценно. Вот. Такое мое убеждение для наших worship-руководителей. Хорошо, вот. Спасибо. Для команды это очень важно, для тех, кто ведет, потому что у нас сейчас как раз в Украине тоже такое
пробуждение. Ну, оно давно, а ты что? В принципе, идет. Угу. В плане того, что очень много команд таких и групп прославлений. Кто-то уже хорошо себя чувствует, кто-то только начинает. И, конечно же, есть вопросы, да, и у пастырей есть вопросы, и у церкви есть вопросы. Но уже надеюсь, что мы прошли то время, когда негативно все это воспринималось как группа прославления. Поэтому сейчас вопрос стоит, чтобы объединить, да, чтобы мог группа прославления могла с другими тоже музыкантами вести вместе, такими как и с хором, и с оркестром, да, чтобы был единый инструмент в этом всем. И теперь пожелание для тех, кто себя пробует в написании аранжировок и написании саундтреков. Для них какое пожелание уже из того опыта, который у тебя есть? Да, ребят, я считаю, что вообще мое мнение, что украинцы очень талантливые, вы знаете. Проживя здесь какое-то количество лет, я понимаю, что украинцы очень талантливый народ. И если бы у нас были бы те возможности, которые есть у американцев, имея, знаете, ну, в первую очередь, это экономика, да, то я только могу представить, насколько бы украинцы далеко пошли. Потому что украинцы, живущие здесь, которые работают в каких-то крупных компаниях, они действительно достигают больших, скажем так, ну, это на светском языке, да, высот. Вот. А если говорить о вас как о композиторе или, может быть, аранжировщике, мое главное пожелание, да, то, к чему я пришел, и то, к чему желаю вам прийти, если вы хотите зарабатывать этим себе на жизнь, я не знаю, насколько это возможно в Украине, вот, это здорово, если вы будете этим заниматься, если будете писать музыку, но мое пожелание, наверное, будет следующее. Постарайтесь найти вот именно ваш язык, постарайтесь найти ваш стиль и сделать так, чтобы тогда, когда я услышал первые два аккорда, ну, не только я, кто угодно, он сразу мог сказать: «А, это вот тот вот, я знаю его, это его музыка, это только он так пишет, и никто другой». Вот. Если вы найдете именно вашу дорогу, да, среди множества дорог, то это будет, мне кажется, большим благословением для вас, и для церкви, и для Бога, в конце концов. Вот. Как-то так. Спасибо. Это получается, как у каждого, свой путь к Богу, да? Ну, аллегория. Да. Так и у каждого музыканта должен быть свой музыкальный путь. Да, да. Понимание от музыки для других. Да. И пусть я буду благословит в том, что ты делаешь. И чтобы спасибо на том огромное, уровне спасибо. Ты тоже мог евангелизировать. Да, да. Спасибо. Да. Потому что это такой, и пусть Бог благословит твою семью, спасибо все, огромное, что необходимо для воплощения всех твоих желаний и мечты, чтобы оно состоялось. Спасибо. Друзья, спасибо взаимно всем, кто был взаимно с нами сегодня. Используйте то, чем делился Дима сегодня, используйте в своей практике. До новых встреч, друзья. Пока, с Богом вам.